Рабочая группа по разработке заявки на конкурс культурной столицы Европы-2027 продолжает активную работу. Уже собраны результаты опроса о культурном предложении города, ведется активный диалог о сотрудничестве с самоуправлениями региона и организуются тематические онлайн-мероприятия для экспертов и всех заинтересованных лиц. Наблюдается позитивный отклик от жителей организации. Это означает, что Даугавпилс имеет хорошие шансы получить столь престижный титул. Анкетирование о культурном предложении Даугавпилса завершилось 15 февраля, и теперь происходит обобщение данных. Развернутая презентация об результатах этого опроса запланирована на 1 марта. При этом на сайте городской думы до 28 февраля можно заполнить другую важную анкету, в которой каждый может поделиться своей идеей, обладающей потенциалом для программы культурной столицы Европы. Но при любом сценарии эта информация будет использована при разработке программы развития культуры Даугавпилса на 2021-2027 год. Ближайшим событием, посвященным разработке заявки на конкурс культурной столицы Европы, станет творческая мастерская с автором и режиссером концепции программы Кристой Буране, которая пройдет 18 февраля в 15:00. Регистрация на это мероприятие продлена до 10 часов утра того же дня. В пятницу, 19 февраля, состоится другое событие в режиме онлайн – игра «Креативные решения для развития творческих кварталов», которая будет посвящена потенциалу развития Даугавпилсской крепости и улицы Саулас. О результатах этой игры города будущего можно будет узнать на презентации 26 февраля, заранее связавшись с координатором рабочей группы. Напоминаем, что в борьбу за титул культурной столицы Европы 2027 года от Латвии помимо Даугавпилса включились Цесис, Валмера, Елгава, Екапилс, Юрмала, Кулдыга, Лепа и Огре. Каждому из городов предстоит подать развернутую заявку до начала июня этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.